Всем привет! В эфире «Заметки о Черкесии» и в преддверии 9 мая, Дня Победы, хотелось бы записать специальное видео, которое бы так или иначе затрагивало эту тему. И такая тема появилась, не так давно была презентация фильма «Без линей». Не знаю, многие ли из вас, конечно, попали на него, потому что презентация местами шла очень так спонтанно, быстро, очень неожиданно, и не все смогли попасть на нее. Поэтому я бы хотел обратить внимание именно на эту тему, историю аула Беслиней и той истории, которая произошла туда во время, там, точнее, в Великую Отечественную войну. Итак, что такое аул Беслиней, да, сам по себе? Какова его история? Это небольшой аул, который находится сегодня в современной Карачаево-Черкесии, буквально на границе на западе с Краснодарским краем. Изначально он был основан в середине 19 века, то есть после Кавказской войны, и назывался Тазартукай. Находился он до середины вот как раз-таки 19 века, в самом начале в верховьях реки Уруб. Это последние годы были Кавказской войны. Затем был переселен на отведенную царскими властями землю далеко от станицы Исправной. После чего его перенесли на окраину Невинномысской, а затем уже на правый берег реки Большой Зеленчук, где он окончательно и осел, что называется, население этого аула, и там вот закрепился окончательно. Сегодня Беслиней объединяет в себе три прежних беслинеевских аула: Тарканей, Тазартукай и Багупсей. Собственно, почему название такое у него произошло? Дело в том, что в 1920-х годах, значит, жители стали настаивать на переименовании аула именно Беслиней. Ну, поскольку в ауле большинством черкесов были беслинеевцы, беслинеевского субэтноса. И власти сначала долго им отказывали, то есть только с третьей попытки им разрешили переименоваться, по той причине, что власти связывали название Беслиней с именем князя Беслана Конокова, который был предварителем беслинеевцев в Кавказской войне. Ну и не хотели, соответственно, поэтому разрешать им. Но в итоге все-таки удовлетворили им переименование, и так они стали называться. Ну и, собственно, жил себе аул, жил. В 41 году началась, естественно, Великая Отечественная война. И случилась такая ситуация, значит, что весной 42 года началась эвакуация из блокадного Ленинграда жителей, кого смогли, и во многом было такое отдельное направление — эвакуация детей. Эвакуировали их очень жестко по вот этому коридору, единственному по льду озера, там их бомбили, топили, в общем-то, очень многие из них погибали. Часть из этих детей, конечно, прорвалась, и их, значит, стали отправлять на юг, для того, чтобы подальше от фронта, в безопасное место. Сначала в Краснодарский край переместили, потом стали дальше. При этом дорога вместо предполагаемых 3-5 дней пути по железной дороге оказалась, ну, затянулась на месяцы. Потому что эшелоны бомбили немцы очень сильно, дороги были разбиты, постоянно линия фронта менялась, была опасность. Из-за этого вот не рассчитали этот маршрут, и перемещение затянулось, а еды не хватало, и очень многие стали умирать за это время. Плюс еще мороз страшный. Там было среди этих детей, вот именно в той подводе, которая шла конкретно на юг в этот раз, там были еврейские дети. Что еще более осложняло ситуацию, что местные жители во всех практически регионах боялись принять их. И когда вот Краснодарский край уже проходили, очень быстро надвигался, немцы надвигались очень быстро, приближались и понимали, что вот этот обоз, он не успевает с детьми просто, могут его настигнуть просто-напросто. А местные жители боялись принимать этих детей к себе, потому что знали, что немцы за евреев расстреливают, за укрывательство. И вот было принято решение, что этот эшелон с детьми будет отправлен в Абхазию для большей безопасности, причем по маршруту через Клухорский перевал, то есть это через Черкесск, Архыз, Донбай, я сейчас не помню. Донбай или Архыз, по-моему, да. И туда вот старая дорога, и сейчас она не действующая, которая выходила в Абхазию. Значит, дали им несколько повозок с лошадьми и запасов всего на один день еды. И вот прошел этот обоз через Ставропольский край, Краснодарский край, в сторону Теберды потянулся. Питались эти дети тем, что выносили местные жители. И, естественно, большинство детей оказалось в жестоком истощении вот к тому моменту, когда они подошли к аулу Беслиней. Это случилось в августе 42 года. И вот в этом черкесском ауле уже так подошел обоз
Там уже слышен фронт, уже там боевые действия идут. Появились эти 4 подводы, в которых было около 100 вот маленьких детей. Ну и местные жители, значит, вышли, когда увидели, в каком состоянии эти дети находятся, что многие их просто не переживут. Они, несмотря на угрозу того, что их могут расстрелять немцы, приняли решение привить этих. Раздумывали недолго, разобрали по домам каждый к себе, кто кого смог, кто согласился остаться, потому что не все дети согласились остаться, часть из них двинулась дальше. И всего получилось 32 ребенка осталось в этом ауле. Для того, чтобы их не нашли, значит, было принято решение, уйский старшина, он переписал фамилии, ну, то есть они назвали их черкесскими именами и дали свои фамилии. И в сельской книге учета вот, родившихся все переписались, там четко прям все сделали, так чтобы ну, оказалось, что действительно это вот местные, чтобы никто не догадался. И вот через какое-то время гитлеровцы прорвали оборону и ворвались вот в этот аул. А еще стоит отметить, что жители, как, ну, естественно, все запасы, какие могли, в ауле перераспределили для того, чтобы прокормить этих детей. Значит, немцы прорвались. Обоз с детьми, который ушел дальше на перевал и не смог уйти, его настигли в Теберде и расстреляли. И тогда немцы там узнали, что часть детей осталась в Беслинее. Ну, вот откуда конкретно, неизвестно. Возможно, записи какие-то были. И детей стали искать. Значит, розысками руководил обер-ефрейтор Освальд. Он стал выспрашивать про этих детей у главы аула, утверждая, что их нужно изолировать. Начали проверять эти записи, которые вот сельские, но ничего там не смогли найти, потому что это все очень четко было прописано. Людей стали таскать на допросы всех, ну, как бы весь аул единодушно встал, что ничего не знаем, никаких детей у нас каких-то таких не наших нет, все наши только. И при этом вышли старцы и попросили, значит, одного из самых таких, ну, уважаемых людей стать старостой в ауле при немцах, ну, как на оккупационном правительстве. При этом как бы все понимали, что когда советская власть обратно придет, его уже признают предателем Родины и расстреляют. Но он все равно на это пошел. Объяснялось это тем, что он как человек, знающий эту тайну, скрывающий ее, они предлагали, что лучше пусть он будет вот, свой, как говорится, человек надежный этим старостой при немцах, чем какого-то подлеца поставят, который просто всех раскроет. И был такой случай, когда какой-то стукач принес сельскую управу список жителей аула, там, коммунистов, каких-то активистов, и заявил, что всех надо расстрелять. И вот он как бы сидел, этот староста Охтов, сидел Мурзабек Охтов, сидел, значит, этот ефрейтор. И он при нем, как бы не дав договорить, Мурзабек этот, не дав договорить стукачу, начал его избивать. И офицер его спрашивает, немцы, немецкий, за что ты его бьешь, ведь он говорит правду. Охтов тогда сказал, что он лжец, что он еще при советской власти ходил и тут то же самое говорил, что вот эти они немецкие шпионы, надо их расстрелять, что он типа все время так делает на всех и все время лжет. Ну, как бы это все поверили, в общем, немцы. И вот 5 месяцев оккупации в Беслинее вот этот Мурзабек Охтов в принципе сумел сохранить жизни всем этим детям. Не смог спасти только одного, которого обвинили в покушении на немецкого солдата. Ну, тут как бы индивидуальный случай, тут ничего нельзя было сделать. После того, как советские власти обратно вернули, ну, выбили немцев, вернулись сюда, Охтова арестовали за сотрудничество с оккупационными властями. Но так случилось, что жители выступили, люди там разные, то есть передали полную информацию о том, что действительно здесь произошло. И это был такой редкий достаточно случай. В общем, его оправдали. Чекисты его не расстреляли. После войны большинство детей нашли своих родственников в Ленинграде. А кого не нашли, те остались жить в Беслинее, женились, вышли замуж, родили детей. Ну, то есть стали просто местными жителями в ауле. Они знали как бы свои старые имена, новые имена, ну, пользовались новыми именами, уже черкесскими, которые вот остались при них и очень уважали своих вот этих, ну, как бы приемных родителей новых, которые их спасли. Есть примеры, вот Фатима Охтова, которая раньше была Катя Иванова, она вышла замуж, родила 5 детей там в ауле. Ну, после войны у нее нашлись ее брат, сестра, единственные, кто выжили из того обоза. Тогда их по дороге в Теберду приютили в станице Новоисправненько. И вот один из братьев этих, которых там приютили, он потом вернулся в Сталинград, в Ленинград точнее, и как бы стал там на ноги, стал звать их
туда-обратно своих сестер, но они не поехали, потому что уже как бы освоились здесь. Кто-то их там, ну как бы их распределили, кто-то был как черкеш, черкешенка, кто-то как казак терский, то есть, ну вот, они стали местными. И при этом все те вот приемные их родители, которые из этого аула Беслиней, они, в общем-то, потом многим из них со временем дали хорошее образование и попытались их как-то вот вытолкнуть в тот же Ленинград. Многие из них потом так и уехали, отучились там, уже стали какими-то вот профессионалами, специалистами. И, ну и как бы большая часть осталась на местах. Сегодня в ауле проживает 4 ленинградца из этого военного детского эшелона. Ну, к сожалению, сам этот подвиг не был замечен ни в Санкт-Петербурге, Ленинграде, ни правительственными высокими общественными наградами. Сам памятник в ауле появился лишь благодаря самим этим черкесам-ленинградцам, которые решили в память вот об этом событии поставить его и сами скидывались. При этом по просьбе одного из них, которого звали Рамазан Адзинов, скульптор был приглашен Хати Скемрюгов, который изготовил макет памятника. Черкесская женщина обнимает приемного ребенка из блокадного Ленинграда, за спасение которого грозила смерть от рук фашистов. И как бы эскиз понравился всем, но денег на него не хватало, на полноценный памятник. И благодаря тому, что развили бурную такую журналистскую деятельность, об этом стали писать, вот сами эти пожилые ленинградские черкесы, они получили еще дополнительную поддержку из разных уголков России, просто ну, люди скидывались, кто не неравнодушные люди по всей России. Был открыт специальный фонд. В него скинулись даже своими зарплатами президент Карачаевой Черкесии, правительство, там, министры, бизнесмены, депутаты, там, политики, президенты компаний, ну, в общем, все вот эти, да, весь эшелон политиков Карачаева-Черкесии, все скинулись туда, и вот в 2010 году появился такой памятник спустя ровно 68 лет после вот того, как появились эти дети в этом ауле. Причем в торжественной церемонии открытия памятника принимали участие многочисленные гости и потомки тех, ну то есть сами эти, кто выжил, кто остался еще в живых, эти дети ленинградские, и их, в общем, дети, их уже дети, соответственно, из их семьи. Вот такая вот история произошла в этом ауле, необычная, военная. Сам фильм, он доступен на YouTube. Ссылку на него вы можете посмотреть в конце данного ролика на экране, либо в описании к данному ролику. В общем-то, посмотреть, ознакомиться лично более подробно со всеми деталями, произошедшими вот в этом маленьком, но интересном таком ауле. Всех поздравляю с праздником, с 9 мая. Комментируйте, ставьте лайки, делитесь с друзьями, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока.